Друзья, всем привет. Я вот копаю, хожу в таких местах. 3 дня подряд шел дождь, и сегодня тоже с утра особенно такой. Ну, после обеда так уже небольшой дождь идет, поэтому я решился съездить покопать. Останавливался там в одном месте, несколько железяк нашел. Так, ну и здесь вот выкопал первую находку. 1 копейка. Не знаю, какого года. Но пока первая на сегодня находка. Может быть, будут еще. Я надеюсь, видео получится. Не стал брать камеру для макросъемки. Поэтому потом в обзоре покажу все свои находки. Не переключайтесь. Надеюсь, будет интересно. Все, идем дальше, копаем. Выкопал красивый сигнал. 34. Показывает, не знаю, конечно. Может, это и совсем не монетка. Давайте посмотрим. Ух ты. Оба-на. Это колечко. Ничего особенного. Непонятно, из чего сделано. Вот такое большое. Даже на мой палец налезет. Сигнал какой-то обнаружил. Давайте копнем. Вдруг это чего-нибудь стоящее. Ух ты, конина. Или слонина уже. Ну, хоть так. Да. Даже сохранилась этот. Вот снова попалась такая вот штука. На чего они? Есть, главное, утолщение такое идет. Внизу. Тоньше. И тоже одна дырка. Как и в прошлый раз. В прошлый раз была побольше размера. Тоже латунь. Еще вот была такая. Может, тоже конина какая-нибудь. Какой-нибудь тележный. Такая тележная деталь. Друзья, что-то выкопал интересное. Ух ты. Гренадерская опять пряжка. Но на этот раз вроде целая. Ну и стертая, конечно. Видимо, старая. Но все равно приятно. Главное, целая. Вторая в этом году. Зачищенную напрочь, короче. Но все равно приятно. Даже как бы и, ну, была бы так, она все новая. Тут видно, что очень долго и пользовались. И она полностью целая. Несмотря ни на что. Вот так. Так, друзья, пуговку выкопал. Ничего нету. Без рисунка, без надписи. Ну ладно, все равно, легко. Друзья, выкопал какой-то сигнал еще. Давайте посмотрим вместе. Угу. Выпал где-то здесь. Надеюсь, не пробка. Пряжка. Еще одна. Это маленькая, а то будет. Может, от ремешка какого-то, может, от обуви. Ну, так. Даже с этим, с язычком. Друзья, копеечка попалась.
66-го года. Золото партии. Здорово. Так, звучит. Ну, главное такой централизованный такой сигнал сразу. Понятно, что это не проволока лежит. Сохранщик просто прямо отличный. Вообще идеально. Маленькие монетки остались. Большое собрали тут уже все. Хотя, в принципе, пряжка упалась и все. Возможно. Так. Так, друзья, какой-то высокий сигнал. Может, до 40 бьет, не знаю. И такой. Видно, что цель такая в центре. Небольшая. Ну, может, ложка, конечно, опять. Я почему-то уверен, но кто его знает. Фух, как мимо. 38-39 ровно. Опа. Что-то выпало. Опа-на! Пятачок, друзья! Пятачок! Ух ты, блин! Люблю я их! И сохранчик хороший! Вообще просто обалдеть! Фу. 1735 год! Класс! Ну вот, сами видели, выкопал. В песке. Песочек тут. Поэтому сохран такой прямо просто идеальный. Давненько я таких не находил. Чтобы в таком сохране прямо вообще тереть боюсь. Да. Классно. Тут еще походи сейчас. Супер. Коп удался сегодняшний. Супер. Да, класс. Тут 2 дня дожди были. Прямо вообще такие дождища лили. Прямо вообще супер просто сохран. Все, идем дальше. Потом я сниму другую камеру. Будет все видно. Просто вообще идеальным, в идеальном сохране. Класс. Все, идем дальше. Все, настроение у меня вообще поднялось. Друзья, красивый сигнал. Больше где-то 36, 37, 38. Ну, короче, монетный такой сигнальчик. Давайте вместе копнем. Надеждой, что там что-то интересное попалось. Вау, 38, друзья. Так. Я, конечно, не знаю точно, но есть надежда, что... Здесь монета. Ага. И это монета. И это снова пятак. Друзья, пятак снова. Вообще просто не хочется тереть. Ну, сохранчик вообще просто бомба, потому что песок тут 1781. Какие там буквы-то? Два пяточка екатерининских. Этот 85-й. Этот 81-й.
постарше. Чуть-чуть. Класс! Ну, я вообще доволен сегодняшним копом. Вот, ай, вот есть вот немножко царапинка. Жалко. Этот вообще целый, идеально. Класс! Друзья, еще один сигнал выкопал сейчас вот из глубины. 38-39. Что там такое? А, я уже вижу, вот. Смотрите, еще один пятак. Еще один екатерининский пятак. Класс! Вот. Так, это уже не просто так. Три пятака в одном месте. Короче, первый пятачок, второй и третий. Класс! Ну, один раз я находил сразу три пятака, тоже рядышком лежали. Супер! 81, 85, 86. Тут вообще сигнал такой слабенький был. Просто если бы, ну, я вот не нашел бы пятак, вот рядышком. Вот буквально. Здорово. Если бы. Еще что ли? Друзья, еще. Еще там что-то звенит. Вот так вот надо проверять всегда. Еще один пятак. Фух, это уже... Меня уже нервы сдают. Четвертый. Блин. Четвертый пятак. Я надеюсь, там больше нету. Больше нету. 73-й год. Фух. 73-й год. Вообще супер. Фух. Так, там я проверил пин-поинтером. Там еще что-то звенит. Я сейчас там буду раскапывать. Прошелся тут еще. И колечко еще выпало. Серебряное, маленькое. Такое малюсенькое. 100% серебро. Ну, наверное, самодельное. Такое детское, наверное. Малюсенькое. Но все равно находка. Беленькая. То, что не алюминий, это 100%. Плотненькое такое. Серебро. Я решил бы посмотреть в округе. Еще. Тут ведь не пахалось. Друзья, 100%. 100% пятачок. Капаю. Тут ведь не пахалось в этом месте. Не пахалось. Короче, непонятно. Надо шурфить.
непонятные. Вот, 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 нашел. В пятак. Пятый. Пятый пятачок. А, все вообще такое. Ух ты, я что-то царапнул. Шортнул лопатой еще. Блин. Надо аккуратно копать-то. Жалко. Это у нас 78-й год. Ай. Вообще идеальным сохранник был. Шортнул вот. Задел. Вроде не сильно, конечно. Да, жаль. Так, что-то делать-то с ними уже. Пятый. Друзья, еще один сигнал. Глубоко. Блин, не попасть, понял, опять. Конечно. Ну, что тут может быть-то больше? Как бы ничего другого-то вроде как не должно быть. Есть. Фух, есть. Не. Не видно. Ага, вот отпечаток. Отпечаток. Где? Ага, вот он. Вот он. Отпечатки, вот. Еще один отпечаток, он видно. Фух, еще один пятачок. Фух, шестой. Короче. Какая-то тут распашка все-таки. Я не знаю. Пахали это поле. Может и пахали, кстати. Вполне вероятно. Этих кустов, наверное, не было. И, скорее всего, пахали. Вообще просто в идеальном сохранении. 80-й год. 1780-й год. Супер. Вообще. Фух. Так. Все, не теряем время. Ищем дальше. Друзья, еще там есть. Еще есть. О, почему здесь-то оказался? Там пищал. Что, не один, что ли? Еще, похоже, один. Пятак. Рядышком. Где-то на поверхности. О, все, вижу. Вот он. Друзья, вот он. Еще один пятак. Я какой-то уже большой, другой. Ух ты. Это какой-то другой. Какой год. 80-й тоже. Нет, 88-й. 1700. 88. Ладно, хожу еще дальше. Еще сигнал найду, включусь. Отлично. Не буду терять время. Так, друзья, еще сигнальчик один. Такой сигнал высокий. И не выкопал. Там остался. Надо.
пойдем посмотреть, как будем повредить опять. Вот он. Вот он, друзья. Вот он. Это какой уже? Седьмой или восьмой, я уже сбился с счета. 69-й. Тоже крупники. Или такой же? Непонятный, короче. Класс. Хорошо, что тут песочек. Поэтому вообще сохранчик, мне кажется, будет. Помоются они. Помыли. Будет вообще просто идеально. Ладно, ходим, не теряем время. Тоже солнце садится. Уже скоро надо будет ехать. 1769 год. Все, идем дальше. Тут я ямку оставил, там, потому что там вода набралась, но там еще что-то пищит. Надо раскапывать ее пошире. Остальные все зарываю. Да и как бы можно будет оставить так одну. Для того, чтобы потом не искать это место. Сразу. Вот, выкопал тут. И еще там пищит что-то. Вот ямка, которая глубокая. Где? Ага. Вот. Все. Достал. Еще один пятачок. Класс. Какая-то заначка была, я не знаю, может. Что там? Но одни пятаки. Пока что попадаются. Короче, такой же пятачок. Какой год? 85-й. 85-й. Чарли тут пришел. Да что такое ты делал? Ой, да что ты будешь делать? Ты что ты будешь делать? Все, успокойся, успокойся. Ой, ты грязными-то лапами сырыми. Все, иди. Так, друзья. Я, наверное, заканчиваю. Что-то я, у меня рука устала уже махать этим веником. И что-то не попадает больше ничего. Все ямки я зарыл. Вот. Так, друзья, еще один сигнал. Опять же, высокий. Вот это что? Очередная штука. Вот там пятак опять. Опять такой же звук высокий. Снова латунная какая-то втулка. Ладно. Хорошо. Так, все, вот я решил топать уже, ехать домой. Все, уже темнеть начинаю. Можно, конечно, походить еще в следующий раз, но со свежими силами. Ну, еще что-то. О, такой уже высокий звук. Надо копнуть. Не глубоко даже. Вот что.
Вот уже такие штуки попадаются вместо пятаков. Вот. Так что можно потом со свежими силами тут проходить еще. Не факт, что еще попадется. Ну, может. А так, видимо, я как-то хорошо копнул. Чарли проголодался, опять не поел. Видел мне штаны и все. Ну, Аф, ты скажешь мне? Аф. Аф, ой, проголодался. И лапки, 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 да. Лежать-то ты умеешь, не? Чарли. Лежать-то умеешь, не? Как ты лежать-то умеешь? Лежать, лежать. Молодец, да умница. Иди кушай. Иди давай, на, кушай. Печеньки свои там. Печеньки, корм. Так, друзья, вот мои находки. Конинки. Всякие сегодня попались. Даже ходячка 10 копеек. Ну, вот монетки. Монетки, колечки, пуговка. Это тоже вначале попались. Тоже не знаю, какая это тоже у нас от конинки. Вот, ну и пряжка вот гренадерская. И 9 пятаков. Вот. Таким образом. Я думал, что 7, оказалось 9. Здорово. Где-то 10 еще лежит. Возможно. В следующий раз, может, найду. Вот такой отличный коп получился у меня сегодня. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк за труды. Увидимся в следующем видео. Всем пока.